Ни заседаний в правительстве, ни деловых встреч, шахматы, газеты и прогулки. Вот и весь досуг бывшего заместителя министра ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова. 55-летний экс-чиновник отбывает наказание в Рубцовской колонии строгого режима. В конце 22 года суд приговорил мужчину к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы. За взятку в особо крупном размере. Взял взятку за то, что в размере 2 миллионов, за то, что в Змеиногорском районе при подготовке к отопительному сезону фирма, которая выполняла подрядные работы, дала мне за это взятку 2 миллиона. Почему решился? Сложный вопрос, на который сложно ответить. Наверное, не хватало. Хотелось большего. Но потратил на свою семью. Инженер-механик сельского хозяйства, главный инженер управления ЖКХ научного городка, заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края. До преступления карьера Андрея Голубцова со скоростью ракеты летела вверх. Жители региона напрямую обращались к чиновнику за помощью. При ликвидации какой-либо аварийной ситуации на территории края я в них довольно много принимал участие. Когда работал практически во всех, оставлял свои телефоны гражданам. Граждане звонили мне днем и ночью, рассказывали ситуацию, которая есть, чтобы я мог ее более полно контролировать, принимать какие-то меры, чтобы получить информацию напрямую от людей, а не от структур, которые мне ее давали, что у них все хорошо. Тогда более качественно получалось решать те или иные ситуации быстрее. Сегодня Андрей Голубцов решает только личные дела. Отбывать наказание в колонии ему еще не один год. К распорядку дня, к окружению, режиму мужчина уже привык. Читаю газеты, играю в шахматы, посещаю кружок любителей книги. Человек ко всему привыкает. И к колючке, и к распорядку дня. Если он хочет выйти на свободу пораньше, не до конца сидеть, вдруг он просто будет выполнять те условия, в которых он живет, эти требования, которые к нему предъявляют. Я хочу выйти пораньше на свободу. Если у вас появилось желание подробнее познакомиться с историей жизни и преступления Андрея Голубцова, то заходите на платформы нашего телеканала, а также на сайт Толк в раздел «Я раскаиваюсь». Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с Толком.